Гейски, ребята, меня зовут Фулайус. Сегодня мы продолжаем играть в растения против зомби, вторая часть. Ну что ж, ребят, нам совсем немножко осталось до главного злодея, босса, а точнее, наверное, сказать, капитана пиратского корабля зомби. Ну что ж, ребят, начнем наш путь. Это уже 22-й день испытаний растений, но думаю, мы его пройдем. Здесь у нас что? А, ребят, да, в прошлой серии я, к сожалению, проиграл в этом уровне, а в этой серии, надеюсь, выиграем. Ну, здесь достаточно-таки непонятный мне уровень, и, наверное, придется мне использовать суперспособности хоть разочек. Ну да ладно. Что ж, смотрите, у меня есть пробущенное растение, это очень хорошо, в принципе, но берем первым делом стенаришки здесь обязательно, берем капусточку. Что еще мы берем? Качанопульточку. Кеннелпульт. Качанопульта. Так, что мы еще берем? Двухстрельчики берем. Или нет? Блин, ну жалко, они как бы буст у них есть. Ладно, ладно, не будем жалеть ни о чем. Так, трехстрелы. Ну, трехстрелы нет, это слишком уж дорого будет. Так, качанопульт это есть. На первую линию, ну, дракончиков придется взять вместо банчоев. Хотя я думал взять бумеранги, тоже неплохая, в принципе-то, идея. Но бумеранги дороже, поэтому, наверное, не стоит. И, ну ладно, возьму бумеранги на всякий случай. Сейчас посмотрим, что у нас получится. И возьмем, я не знаю, вот этот боб. Кстати, неплохая штука, потому что он по всей линии уничтожает сразу всю линию зомби. Так. Ну что ж, ребят, смотрите, давайте, наверное, вот сюда установим мы вот эти штуки, орешки наши. Пока что давайте вот так я установлю 3. И смотрите, дальше как бы у меня есть выбор, устанавливать двухстрельчики, да, либо двухстрельчики устанавливать уже позже, либо, ну ладно, давайте сразу линию вот так установим драконов, думаю, это будет более эффективно. Так, ну качанопульту нам одну куда-то надо будет поставить. Ну, давайте, не знаю, посередине. Нет, стоп, надо подумать. Надо, ребят, мне подумать. Надо оставить же нам еще денежек на двухстрельчики наши родимые. Может, бумеранги высадить, а? Вот сюда прям. В конец в самый. Так, ну, нужно подумать. Бумеранги. Ну, в принципе, на бумеранги у меня денежек-то хватит. Давайте вот посередине. Да, хватает у меня, ребята, на бумеранги. И да, смотрите, по ходу, ну, качанопульту, ну, потом ее можно будет выставить. И по ходу мы будем, в принципе, использовать какие-то дополнительные растения. Так, а бумеранги же достреливают сюда? Ну, вроде да. Ну, ладно, все, начнем, ребята. Первые волны, в принципе, отбить нам будет легко. Сейчас я ускорение сделаю и, в принципе... О, да, смотрите, бумеранг аж сюда достреливает. Да, отлично. И он еще может, смотрите, помимо всего прочего, так скажем, зомби прям в воде, точнее, над водой пристрелить, скажем так. Вот они первые, какие, не знаю, как помощники капитана какие-то в шляпах. Это, не знаю, зомби-ядра какие-то, прям зомби-пушки. Так, ну, в принципе, все в порядке пока что идет. Здоровье в порядке, спасибо за зарядки. Кстати, ребят, а вы скажите, вы занимаетесь каким-то спортом или нет? Вот, мне будет интересно очень узнать. Вот я, допустим, занимаюсь. Это очень полезная штука для здоровья, поэтому спортом нужно заниматься, когда вы будете сильными, красивыми и здоровыми. Ну ладно, мы тут пока отбиваем атаки. В принципе, пока что, ну как мне видится, все хорошо. Главное следить за тем, чтобы орешки были целы. В принципе, я могу даже целый ряд орешков заменить на всякий случай. Ну, в принципе, что я и сделаю. А потом мне надо оставить как минимум, ну, 3 двухстрельчика. Потому что очень уж они мне нужны. Так. Так, видите, здесь прошел один негодяй. Ну, надеюсь... Ну, уничтожай его. Фух, уничтожил он его. Так, смотрим. Ну, еще одного дракончика я, наверное, не смогу установить, все-таки дороговато для нас будет. Так, ну, бумеранги отлично справляются, в принципе. У них все-таки по всем сразу атака идет, и это очень замечательно. Так, а, нет, один бумеранг все-таки повержен. Ну, ладно, ладно. Пока что остаемся с тем, что у нас есть. Так. Так, вот она, последняя сейчас атака будет. Я не буду ускорение включать, потому что надо быть тут очень сосредоточенным и очень быстрым. Так,
Ну что ж, вот сюда мы установим такую штучку. Так, весь рядочек мы здесь повергли. Так, так, и, наверное, придется... Ну, ладно, сюда придется все-таки, наверное, да, ребят, установить. Вот давайте сюда стенорежки. Так, блин, стенорежки долго перекручиваются, на самом деле, это плохо. Если что, еще вот боб можно установить здесь. Давайте вот здесь его установим. Так, так. Капусту, ребят, надо не забыть капусту поставить. Ну, сейчас не хочу ее устанавливать. Ах, отлично, смотрите, как Боб справился со своей задачей. Ну, все зомби погибнут, погибнут все зомби, я надеюсь на это. Опа, так, есть, все, отлично, ребята, отличненько. Так, капусточка справилась со своей задачей на ура. Так, давайте вот сюда, и у нас одно забущенное растение осталось. Осталась одна капустка. Один выстрел капустный, скажем так, и все. Так, давайте сюда устанавливать эту штуку. Так, так, ну вроде все хорошо у нас происходит, ребята. Давайте даем капусте. Давай, никого нельзя пропустить, отлично. Так, ну и все, в принципе, нам теперь остается надеяться только на... все, ребят, мы прошли его. Фух, вот такая вот тактика, ребята, у нас получилась. В принципе, я доволен. Нормально я так справился. Что же, ребят, продолжаем. Следующий левел, что нас там ожидать будет. Так, ребят, смотрите. Так, защититься от 8 зомби за 10 секунд. И, о нет, ребята, о нет. И не дать зомбям затоптать наши драгоценные цветочки. Это сложное, на самом деле, задание. Как бы оно ни казалось простым. Ну ладно, чем мы тут берем-то? У нас ледышка доступна, отлично, это хорошо. Ну, в принципе, что, подсолнух берем. Берем двух стрельчики, они нам здесь пригодятся. Кукурузки берем, что есть летающие негодяи, конечно же, орешки. Не знаю, брать мне вот эту штуку или не брать. Брать или не брать. Вот чем раз. Ладно, возьмем, чем бы и нет. Так, возьмем, ну, дракончиков, куда же без них. И что еще, и что еще? Бумеранг, кстати, ребят, да, давайте бумеранг попробуем. В прошлом уровне он зарекомендовал себя очень даже хорошо. Так, ну что ж, ребята, давайте. Я немного ускорю и вернемся, когда здесь будет что-нибудь интересненькое. Так, ребят, ну что ж, в принципе, все прошло, ну, почти уже прошло наилучшим образом. Честно говоря, я бы не справился без вот этих забущенных, пробущенных ледышек. Ну, в принципе, нормально. Так, мы получили наш подарочек, и что в нем? Что в нем? Так, открываем. О, ха-ха, смотрите, очки для колючки нашей каменной, прикольно. Ну ладно, давайте продолжать дальше, или может, а может, ребята, давайте в другой мир зайдем, а? Так, ребят, ну что ж, вот он наш пиратский мир, и давайте будем сражаться. Нам, я не знаю, как это назвать, ну, короче, в следующем уровне нам откроется, да-да, 4 стрельчик, ребят, это офигенное растение. Кстати, да, в этой области оно очень хорошо себя должно зарекомендовать, потому что у нас есть тележки, мы можем в одно место его насажать, и, в принципе, все отлично будет. Так, ну смотрите, что здесь, смотрите, у нас здесь ограниченное солнце. Давайте 3 стрельчики сюда посадим, почему бы и нет. Давайте бумеранги возьмем, вот эту штуку возьмем, колючку возьмем против пианиста, боб возьмем вот такой вот, и что еще? Что еще? Не знаю, капусту и двух стрельчик обычный. Что-то в таком духе, или кукурузку давайте лучше, чтобы останавливаться, или нет, все-таки, что же взять-то лучше? Ну ладно, вот так, пускай будет, в принципе, нормально. Так, ну смотрим, да, начинаем, устанавливаем вот так вот основу нашу, скажем так. Вот, и давайте... Так, а нам-то хватит денежек на все это прекрасное оборудование, можно сказать. Так, нам надо на шипы оставить. А, смотрите, у нас, в принципе, есть суперспособности. В принципе, так, вот так делаем, и вот так вот. Вот, и, ну, думаю, вот такого количества будет достаточно. Вот так мы, если что, будем перемещаться, точнее, вот так вот. Ну, в принципе, начинаем. Начинаем. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Так, давайте ускориться немножечко.
Ой, как хорошо. Головы зомби летят. Отлично, ребята. Просто. Ну, давайте вот так вот рассеем их более равномерно, что ли. А, так, давайте даже вот так сделаем. О, пианист идет. Ну, ладно, не буду использовать пока колючку. Хотя давайте даже вот так сделаем. Чтоб пианиста наверняка уничтожить. Так, отлично, отличненько все идет пока что. Пока что все идет отличненько. Так, давайте вот так сделаем. Давайте колючечки вот сюда поустанавливаем. Болт можно где-нибудь будет установить. Так. Так, в общем-то, все отлично. Так, перемещаем сюда немножечко. И вот сюда ставим колючку, чтоб наш пианист остановился. Так, даем мега-супер-буст. Ах, вы негодяи такие! Остановитесь, проклятые негодяи. Так, сожрали нашего бумерангомета. Ну и ладно. Ну и ладно. Давайте вот так, наверное, сделаем. Уничтожим всех тут этих бронированных гадов. Вот, все, великолепно. Ну, в принципе, смотрите, даже если мы здесь, ну, зомби пройдут, то ничего страшного не будет. Мы просто-напросто воспользуемся, скажем так, нашими газонокосилочками. Здесь газонокосилочки, смотрите, это как будто бочка с вентилятором. Странная штука, конечно, но да ладно. В принципе, нам, да, все-таки придется воспользоваться ихними услугами, к сожалению. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Давайте хотя бы вот здесь. Так, не проиграем. Хотя, конечно, пианисты это страшное орудие, поскольку они перемещают зомби со стороны в сторону, и это реально неприятно. Ну ладно. Надеюсь, друг друга они не перемещают никак. Надеюсь, они статично идут в одном направлении. Потому что, видите, другие зомби перемещаются, а эти, я надеюсь, нет. Так, все. О, есть. Даже одного пианиста мы так добили. Ну, о, ребята, 125 стоит. Но это же, я так понимаю, только один росточек 125 стоит. Да, к сожалению. Чтобы нам, получается, высадить 4, это нужно... Ой, 500 монеточек, да. Да, 500 монеточек. Ну, 4 стрел за 500 монет. Ну, не знаю даже, ребята. Вот я даже не знаю, выгодно это или нет. Ну, наверное, да. Так, а что это у нас так близко эти лесенки расположены-то, а? Так, ну ладно, тут обычный уровень у нас, да? Да, ребята. Ну что, давайте пробовать будем эту штучку нашу новую. А вместе с ней что мы еще будем? О, колючки, ой, не колючки, замораживалку можно взять. О, у нас даже двое наушничков есть, ну давайте вот такие возьмем. Так, что еще? Ну, орешки давайте, тут не будет, к сожалению, точнее, к счастью, этих пианистов дурацких. Даже можно колючки взять, потому что бронированные, блин, зомби, не нравятся они мне. О, и кукурузку возьмем. Вот так вот, отлично, ребята. Начинаем, ребята, и ускоряемся немножечко, что посмотрим дальше будет. Так, ребят, ну что ж, вы поглядите, мы уже высадили наш 4 стрельчик родимый, даже 5 точнее уже стрельчик. Ну что ж, он, в принципе-то, довольно мощный, как вы можете понять. Правда, у нас вот здесь еще одна рельса есть, но что-то мне сюда не хочется устанавливать его, потому что его здесь сожрут очень быстро. Подожди, а еще нельзя больше? Нет, больше нельзя установить, к сожалению. Было бы прикольно, если тут чем, ну, сколько хочешь, только и устанавливаешь, но нет, к сожалению. Так, ребята, давайте, ну, не знаю, колючки сюда поустанавливаем, наверное, вот таким вот образом. В принципе, на той линии, на которой находится наш пятистречек, зомби никоим образом не смогут пройти. Мне это нравится, невероятно. Так, вот что, давайте пробовать давать суперспособность ему. Вау! Ну, я, в принципе, уже помню, ребята, что... Да, сколько горошин в него посажено, столько мега-выстрелов он, в принципе, сделает. Неплохая штука, неплохая, воистину. Так, давайте вот сюда боб садить, наверное. Так, колючечек еще установим мы, ребята, сюда. И что? О, еще одна суперспособность. Давайте ее применим на эту линию все-таки. Так, и колючки, и заморозочку. Все-все нам нужно применить. Абсолютно все возможные средства, чтобы пройти этот уровень. Так, не знаю, давайте вот сюда, давайте вот сюда. Везде будем устанавливать мы
Вот эти штучки-дрючки. Так, вот сюда мы устанавливаем. Так, надеюсь, наш боб. Так, сюда устанавливаем. В принципе, пока что все идет отличнейшим образом, как по мне. Так, но проблемы... Да, конечно, 500 за 5-стрельчик, точнее не 500, а 625 за... Да, 625 за такое орудие, это, ну, неплохая цена, в принципе, да, но все же это дороговато, как по мне, как ни крути, то есть, ну... Не, я буду им пользоваться, конечно, сейчас... активнейшим образом, даже против босса какого-нибудь можно отлично его использовать. Да, но, конечно, как бы нужно дожить до максимальной его, скажем так, эффективности, когда мы все пять посадим горошинок. В принципе, они стреляют одновременно, это очень радует меня. Так, вот это тихо-тихо, вы куда тут намылились? А ну тихо, давай стреляй, бах, бах. Бах, бах, отлично, ребята. Все, всех мы поуничтожали здесь, зомби негодяев. Так, вот здесь мы даже заморозили вот этого с ведром на башке. Мы даже смотрим, блин, у нас он один остался, единственный, это на самом деле, ребята. Это плохо, но это ничего страшного. Так, мы как можно больше колючек сейчас поделаем, и все будет отлично. Так, неужели мы одну линию отдадим? Это плохо. Так, ладно, минус одна линия. Минус одна линия. Вот на самом деле плохо, когда вот таким вот образом расположены зомби. Точнее, не зомби, а вот эти вот негодяи. Ну ладно. В принципе, минус одна у нас кареточка. Ну, не знаю, как назвать. Ну, карета, ребята. Настоящая карета. Эх, ну ладно, давайте как-то, не знаю, боб... Блин, боб у нас на вот этой линии стоит такой одинокий, ничего с ним не поделаешь. Ну да ладно. Давай, ну же. Ай, не справится здесь, не справится он. Давайте как-то вот так сделаем. И минус еще одна линия. А, ну в принципе, ребят, это же конец уже, да. Смотрите, это уже конец, скажем так, нашего уровня. Ну, ребят, что ж, в принципе, на этом серия подходит к концу. В следующей серии будет босс в пиратской бухте, точнее, в пиратском мире, и мы обязательно его одолеем, ребята, это я вам гарантирую. Так, давайте вот этого последнего зомбичка быстренько вот так вот сделаем. Боб посадим сюда. Ну уже давай, давай, съедай его, Боб, быстрее. Ой, отлично, ребят. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Стоп. Записунчик, ребята. Ну, я знаю, что это от негодяйского. Ребят, смотрите. Забавно. Это типа такая листовочка, что, мол, разыскивается мозг. Ну, я так понимаю, наш мозг, и за него нам дают награду, точнее, не нам, а зомбям, $500. Эх, ну что ж, ребята, что ж. забавно. Увидимся в следующей серии. В следующей серии мы победим босса обязательно. Увидимся. Adios, amigos!